Индикатор для бинарных опционов Reversal Scalping изначально предназначался для рынка Forex, но некоторые трейдеры советуют его использовать и для бинарных опционов, ввиду того, что он достаточно правильно отображает уровни поддержки и сопротивления на графике и точно генерирует сигналы в виде стрелок для покупки опционов Call или Put. Дополнительно этот индикатор на торговой панели отображает несколько полезных инфопанелей для трейдинга бинарными опционами и рынка Forex, которые мы обсудим далее в этом обзоре. Этот индикатор является платным, и цена на сайте автора составляет $179, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать абсолютно бесплатно. Reversal Scalping устанавливается в терминал MetaTrader 4 стандартно, а кто еще не знает, как это делать, ищите ссылки на инструкции по установке в описании под видео. Обзоры настройки индикатора Reversal Scalping для бинарных опционов. Этот индикатор отображает на графике три информационные панели. Панель с торговой информацией, панель с указанием направления тренда, сессионная панель, на которую выводится время торговых сессий. Настройки индикатора позволяют включить или отключить любые из инфопанелей, а также включить-выключить алерты оповещения. Настройка чувствительности сигналов на покупку опционов не предусмотрена, и настроить можно только их отображение на графике. Давайте рассмотрим подробнее информационные панели Reversal Scalping. В левой верхней части графика выводится панель, которая отвечает за торговую информацию, и на ней отображается текущий торговый актив, спред, время до закрытия текущей свечи, дневное изменение в цене с момента открытия рынка, актуальный на данный момент торговый сигнал, цена входа в рынок, take profit и stop loss. Панель из левой нижней части графика отвечает за определение текущего тренда на разных таймфреймах. Также она отображает затишье рынка во флете. Панель в правом нижнем углу графика демонстрирует показания открытых на данный момент торговых сессий. Сигналы Reversal Scalping выполнены в виде стрелок и сопровождаются дополнительными отметками, которые показывают, был ли сигнал прибыльным или убыточным. Правила торговли бинарными опционами по индикатору Reversal Scalping. Торговать с помощью этого индикатора просто и легко, и все, что нужно для совершения сделок, это получение сигнала. Зеленая стрелка вверх оповещает о сигнале Call или Buy, а красная стрелка вниз о сигнале Put или Sell. Экспирации можно использовать в размере 10 свечей от текущего таймфрейма, но опытные трейдеры могут с экспирацией и таймфреймом поэкспериментировать, конечно же, только на демо-счету. Советы и рекомендации по улучшению качества торговли с помощью индикатора Reversal Scalping. Мы настоятельно рекомендуем совершать сделки тогда, когда открыты лондонская и нью-йоркская торговые сессии. Это лучшее время для торговли бинарными опционами. Дополнительно советуем прочитать статью на нашем сайте, как выбрать лучшее время для торговли и когда торговать нельзя. Все ссылки ищите в описании. Также важно отмечать и то, сколько прошел торговый актив с момента открытия рынка. И если рост или падение составляет более 150 пунктов, то лучше не совершать сделки по этому активу. Данные по этому поводу отображаются на информационной панели в левом верхнем углу. Дополнительно можно брать во внимание и панель тренда, так как она не является особо чувствительной к коротким ценовым колебаниям и часто неплохо показывает реальное состояние рынка на разных таймфреймах. Заключение. Как можно видеть, индикатор Reversal Scalping достаточно интересный для использования его в своей личной торговой стратегии. Очень важно уделить внимание изучению его сигналов на истории, на разных таймфреймах и торговых инструментах. Только после этого можно приступить к тестированию и подбору правильной экспирации, но исключительно на демо-счету. Новичкам следует быть очень внимательными и не использовать все сигналы подряд этого индикатора, не забывая про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента. А также выбирайте только проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Ссылка в описании.
Если вам понравился наш обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые, интересные и полезные видео из сферы торговли бинарными опционами. Спасибо вам за внимание, успешной торговли!